Он действительно один из самых талантливых бойцов в мире. Головкин очень сильный боксер. У него миллионы поклонников. О силе удара Геннадия ходят легенды. Мне он напоминает молодого Тайсона. Геннадий Головкин – самый популярный спортсмен в Казахстане. Каждый приезд боксера на родину становится настоящим праздником для его многочисленных поклонников. При этом сам Геннадий совсем не страдает звездной болезнью и никогда не отказывает своим болельщикам в общении. Кстати, в поездках Геннадия всегда сопровождает его брат Максим. Именно с ним будущий чемпион делал свои первые шаги в боксе. Самое главное для меня было то, что они заняты. Вот. Учеба, спорт – это же хорошо. А чтобы такого у нас даже в мыслях не было. Мы не воспитывали чемпиона. И, кстати, Максим тоже мог стать известным боксером. В юности он подавал большие надежды и даже стал чемпионом Казахстана. Однако на Олимпийские игры в Афины мог поехать только один из них. И Максим уступил место Геннадию. Он не смог выйти на ринг против родного брата. Геннадий уже многого добился в своей спортивной карьере. И как у любого одаренного человека, талант его разносторонний. Головкин – король на ринге и мастер на сцене. 2 года назад известный актер и продюсер Сильвестр Сталлоне пригласил Головкина в свой мюзикл «Рокки». Дебют Геннадию удался. Бродвейская публика рукоплескала не менее громко, чем болельщики на боксерских поединках. Интересно, что если бы Головкин не стал боксером, то из него мог бы получиться отличный футболист. В детстве Геннадий неплохо играл, много забивал. Почти как его любимый нападающий, Криштиану Роналду. Что вы говорите? Ну, Роналду, думаю, стоит гордиться, что у него такой фанат. Абсолютно точно. Дмитрий